Всем привет! Сегодня у нас Восточная Бутово. Закончили этап инженерного ремонта, и в этом видео покажу, что у нас получилось. Начали мы с полного демонтажа чистовой отделки от застройщика ПИК, после чего приступили к возведению перегородок. Стены мы строили из газобетонного блока толщиной 100 мм. Вот здесь вы можете увидеть стены от застройщика, а вот вновь возведенные стены. И какой важный момент при возведении перегородок. Мы должны отсечь плиту перекрытия от вновь возведенных стен. Используем мы для этого рулонный гидроизоляционный материал, шуманет, рубероид и так далее. Это делается для того, чтобы не было жесткого закрепления вашей перегородки с плитой перекрытия. После возведения перегородок мы приступили к механизированной штукатурке. На всех наших объектах мы штукатурим при помощи механизации. Это самый быстрый способ и самый надежный, потому что смесь замешивает машина, а не человек. То есть прочностные характеристики смеси у вас на каждом объекте, на каждом квадратном метре штукатурки везде одинаковые. Во влажных зонах мы используем влагостойкую штукатурку, во всех остальных помещениях классическая гипсовая. Очень важно на этапе штукатурных работ полностью сделать геометрию квартиры там, где это необходимо. То есть и параллели, и углы 90 градусов. В санузлах, в ванных комнатах и на кухне у нас углы 90 градусов по умолчанию. Ну, к примеру, вот эта стена и эта идет у нас параллельная. Это требуется для того, чтобы при укладке чистового покрытия не было никаких разбежек и ваш чистовой пол смотрелся максимально красиво. Как только штукатурка отдохнула, этот процесс занимает 5-7 дней, выходит влага, штукатурка набирает прочность, мы приступаем к монтажу инженерной сантехники. Видите, здесь ввод воды в квартиру у нас идет по потолку, и по потолку также мы идем в ванную комнату, где у нас расположился водомерный узел. Здесь у нас все стандартно, водные краны, система защиты от протечек, фильтра тонкой очистки, коллектора на холодную и горячую воду. Не забываем про компенсатор гидроудара. Также здесь смонтирована система инсталляции. Очень важный момент – это шумоизоляция стояка канализации. Когда вы сидите вечером дома, в квартире тишина, и будете слышать, как течет водичка по вашему стояку канализации. Поэтому уделите, пожалуйста, этому моменту особое внимание. Вот такой щиток мы собрали на данную квартиру. Все автоматы подписаны, имеют легкий доступ, и в случае необходимости понятно, какой автомат следует отключить. Электрику мы делаем всю по потолку в серой ПВХ гофре. Клипса у нас и гофра — это производитель ДКС. Никогда не выпадет из клипс, и ваша гофра никогда не упадет на ваш потолок натяжной или потолок из гипсокартона. Кабель на розетке мы используем 3 на 2,5, на освещение 3 на 1,5. Производитель Concord на данный момент — это самая оптимальная цена-качество на рынке, если мы говорим про кабельную продукцию. По завершению электромонтажа мы ставим самые дешевые розетки и выключатели и проверяем работоспособность всей электрической цепи по всей квартире. В данный момент заказчик может походить по квартире, посмотреть, как у него организовано включение и выключение света, и по желанию можно добавить или убавить, а также можно просто перенести некоторые элементы включения, выключения, а также розетки. То есть на следующих этапах это тоже можно сделать, но это будет очень дорого и долго. Поэтому на этапе инженерного ремонта еще можно перенести какие-либо коммуникации. Вот такой инженерный ремонт у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!